Мне игра очень понравилась, мы выиграли с крупным счетом. Перед игрой мы ожидали, что будет вязкая игра, но команда показала свои лучшие стороны, и мы смогли довольно-таки уверенно обыграть команду, которая идет рядом с нами в таблице. А у вас уже 13 очков, если я не ошибаюсь, да? Все верно. Вы от игры к игре, в принципе, уже идете, прибавляете. Что на это повлияло? Тренировки или усиление состава? Я бы сказал, все в совокупности. Поначалу, в самом начале турнира. И сейчас наши составы отличаются, и мы подобрали оптимальный баланс. Команда также начала сыгрываться. От игры к игре мы начали прибавлять в командных механизмах, и также наш тренер повлиял на нашу игру правильными тактическими установками перед матчами. По сравнению даже с прошлым годом, вы прибавили очень сильно. С чем это связано конкретно? Это тренерский штаб, либо игроки? В прошлом году мы были совсем дебютантами. В команде не было меня и большая часть команды, которая сейчас есть. Повлияло, конечно, усиление. И также команда почувствовала, что такое пифл, как в нее играть и с чем, так сказать, кушать. Команда также, конечно, усилилась, это понятно, как я сказал, и мы уже стали более бесстрашные, так сказать. И тренерский штаб начал проводить такие тренировки, чтобы мы могли выглядеть более солидными на поле. И какие у вас дальнейшие планы на будущее? На ближайшие матчи, на, скажем так, на первый круг пифл? Самое главное, наша задача — это попасть в первую восьмерку. Сегодня как раз был матч с нашим конкурентом, одним из главных, и мы успешно выполнили план на игру. Как я сказал, наша главная задача — это выйти в первую восьмерку в этом сезоне, а в дальнейших сезонах посмотрим. Спасибо. Спасибо.